Сырое с туманами надворье чекает нас на этом тыдні. По информации областного гидрометцентра, на завтра в регионе обвешен оранжевый уровень небезпеки. На большей части территории прогнозуется туман. На дорогах гололедица. Водителям варто быть вельми осторожными. Температура поветра на протягу суток складе от минус 3 до плюс 2 градусов. У особных районах магчимы опадки, мокрый снег и дождь. У середу опадков не чекается. Слупки термометров покажут у ночи от минус 4 до плюс 1. У день от минус 2 до плюс 3. Пераважно без опадков будет и в наступные дни тыдня. Истотных змен на дворе не отбудется. У ночи прогнозуется до минус 7 градусов, у день от минус 2 до плюс 3.